6 лет заключения в колонии общего режима. Такую меру пресечения избрал суд бывшему директору Иркутского комбината питания. Мужчину обвинили в мошенничестве на общую сумму в 59 миллионов рублей. Уже доказано, что с 2015 по 2017 годы Виктор Беляев, его супруга и их знакомые похищали деньги из бюджета муниципального предприятия «Детская молочная кухня», которая в дальнейшем вошла в состав комбината питания. Все это время злоумышленники закупали молоко по завышенной стоимости у подконтрольных фирм. Разницу от сделок фигуранты уголовного дела забирали себе. Таким образом, криминальное трио заработало 59 миллионов рублей. Зимой 2020 года их задержали и изъяли документы, которые подтверждают наличие мошеннической схема. В итоге Беляев отправится в тюрьму на 6 лет. Настолько же лишили свободы и его знакомого. А вот супруга, экс-директора комбината питания, пробудет в местах не столь отдаленных 4 года.